духовой оркестр играет. Выступление одного из любимых горожанами коллектива выступает прямо под открытым небом. И это несмотря на погодные условия. Так в субботу своим переменчивым настроением о себе напомнила осень. На некоторое время выглядывало из-за туч солнца, временами шел дождь. Тем не менее, концерт продолжался, и зрители не спешили расходиться. Впрочем, играл оркестр и в жаркие дни августа. Вообще август был очень интересный для нас месяц. Отыграли мы порядка 9 выступлений. Радует, что люди очень отзывчивые у нас и приходили уже прям целенаправленно. Мы только подъезжаем, уже нас ждут. Репертуар коллектива разножанровый. В программу были включены произведения русских и зарубежных композиторов. Классическая музыка и современные композиции, вальсы, танго, марши. На каждый концерт коллектив вносит новинки, и музыканты с удовольствием играют любимые горожанами мелодии. 35 лет уже играем. Ну, нравится общение, новые вещи разбираем. И каждый раз все что-то новое. У коллектива есть свои поклонники. В течение многих лет они приходят на концерты, послушать живую музыку в исполнении профессиональных музыкантов и потанцевать. Еще с детства, еще маленькая, когда была, я слышала по радио, когда духовой оркестр или по телевизору видела, духовые оркестры играли. У меня аж дрожь по телу, и всегда хотелось танцевать. Жалко, что не после войны родилась сразу, или не до войны. Тогда уже принято было танцевать всегда. И очень мне нравится вот. Интересно очень. Духовой оркестр. Ну, мы в 60-х годах танцевали под этот оркестр. Мы шестидесятница, я, короче. Интересно было очень. Интересно. Нравится. Ну и в последующие дни оркестр планирует подготовить новую концертную программу и обновить репертуар.